Добрый вечер, друзья. Счастливое семейство. Уже темно. Но все как на сушата уже едят фарш. Нет худа без добра. Котята едят корм, на сушата едят фарш. Новые котята совсем освоились, да, Розочка? Всех скажи куча. Что мявкаем? Абрикос. Влад приехал. Нас ушата от мамки не отходят. Фальшика поел. И давай молочка пить. А болик такой ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. А котята в основном уже по корму, уже не так к мамке. Котята как бы нет. Кто где, кто ест. А на сушата, конечно. Да. А не надо было, дорогая моя, уходить. На сушата оказались самые преданные дети. Они боятся, что ты еще исчезнешь. Вылизывает эти полосатые хвосты. Му-му-му. А ты видишь, Валик, что один черненький, один серенький уже. Угу. Там, скажи. И фаршик идет, и еда, кто-то уже спит. Но насушата не дремлют. Эти два насоса. Ника у нас, как всегда, напоминание. Кружечки в магазине, магнитики. Кружечки с человеком львом, с Даной. Заходите в ссылки под каждым роликом. Заказывайте себе и близким. Кто не может особенно приехать в Тайган. Все счастливы, мы пришли. Окно закрыли, чтоб не дай бог. Никаких дырочек тебе, Мона Лиза. Все, нас ушата успокоились. Чтоб ты никуда не пошла. Я так понимаю, что скоро останутся. Только нас ушата кушать молоко. Скажи, а всем... Хватает любого корма. Здравствуйте, тигра. Охотничек. Я ее тигра назвала. Охотничек. Охотница. Это девочка, сказал доктор Василий. Да. И Розочка девочка. Розочка девочка. И насушата. Две девочки, так что они не Лёлик и Болик, а Лёля и Боля. Одни девочки.
Нет, почему у нас черненький мальчик? У нас, я же в них запуталась. Рыженький. Персиковый мальчик. Рыженький. Тоже, по-моему, мальчик. Поел. Самый активный. Его заберут через несколько дней. А те самые шкодные, чёрные, они так играются, Владик, так увлекаются, гоняются друг за другом. Такой, на тебя смотрит такой. Я не понял, этот ручной, этот не боится даже Стёпу с Маней. Зовёт. А эти классные, да? Эти классные, чёрные, из белых. У них усы такие. Яблочко. Лёлик никак не хочет отпускать кошку-мать. Этот вообще, делай с ним что хочешь. На болик к чёрному котёнку. Дик. Тигра прибежала. Тигра полосатая. Ну, я с Лёлика умираю. Что бы кошка ни делала, он тут как тут. Сколько можно есть? Лёлик. Сейчас, как только будут хорошо кушать, то будем отсоединять от кошки мамы. Ну, хотя она вот сейчас бачка выправится после ее загульства. И она справненькая, она хорошо кушает. Там кто-то мне написал, друзья, зачем вы ставите сырой фарш. И рядом молоко, значит, что у них будет там понос. Или еще что-то, и такой корм, ничего не будет. Животное никогда не съест то, что ему не нужно, не полезно и не смешает. На сушата едят фарш, отик. Котята едят в основном кошачью еду, могут чуть-чуть. На сушата уже как? Да, на сушата едят. С мамой, кошкой. Самые преданные дети, понимаешь? Они скоро вырастут, такие же будут, как Мона Лиза размером. Но мне кажется, будут самые преданные дети. Котята бегают, друг с другом играют. Вон поел и облизывается. А на сушата все время с мамкой. Кто там у меня? У ног. Абрикос. Представляешь, большие носухи и Мона Лиза. И рядом. Мона Лиза, да. И они ее так и будут признавать мамой. Да. Тем более девочки контактные. Он как точит фаршик. Яичко даю. Абрикос все время... Он либо ест, либо в туалете. Молодец. Хороший котенок попадет в хорошие руки. Так еще загребает. Трудится, гребет. Тужится, мявкает. Все. Нет. Гребет со всей пролетарской ненавистью. Молодец. Все, Лёлик наелся? Да, скажи, у наших ни котят, ни насушат, нет, ни поноса, ничего, скажи, у нас нет. Все, у нас, скажи, хорошо. И тоже там написали, что будут паразиты, если бы мы им давали свиной фарш. То, может быть, и были бы паразиты. Тем более, все равно будем сейчас 1,5 месяца и будем проводить им все. Очень такое. Любимый мой.
все процедуры, которые положены в этом возрасте котятам. Так что не переживайте. Так, все, надо идти домой. А то это надолго.